Здорово, народ. Спалил, короче, ну да. Ладно, может. Ну вы поняли, да? Так, короче, у меня к вам будет небольшое дельце. Вот. Сегодня или завтра я выкладываю видео. Очень важное для канала, ребят. Вот. Будет называться оно. Наверное, ну, про 10-кубовку, точно название я еще не придумал. Небольшая просьба будет у меня к вам. Этому видео нужно немножко помочь набрать популярность, потому что сейчас идет сезон. Если мы кидаем за первый день 1000 хотя бы 3 просмотров, то видео автоматически попадает в топ и дальше всегда висит в первой строчке, его много человек смотрит. Так вот, у меня будет к вам небольшая просьба помочь этому видео набрать топ. То есть засунуть его в топ. Что нужно сделать? Нужно для этого это видео копировать ссылку и разместить как можно больше количество пабликов, связанных с сельхозтехникой, тракторами. Вот. Ну, в сельскую жизнь я уже договорился с Дмитрием, я размещу, он поможет мне лайком, вот. И как можно больше лайков поставить, чтобы порепостить как бы по каналу, ну и написать коммент, вот. Если мы за месяц соберем 100 тысяч просмотров над этим видео, это будет очень круто, вы не поверите насколько. Это будет некий рекорд канала. Вот. Если мы это сделаем, то я запилю стримчик. Да. С ответами, может быть, кого-нибудь пригласим. Вот. Онлайн-трансляция. Вот. Вот, да я спалил, где я живу. Сейчас стою перед квартирой. Вот. Так что, ребят, нужно будет немножко помочь с популярностью. Вот. Сделать репосты по группам, там, репостным друзьям скинуть куда-то в какие-то группы, чтобы как можно больше распространения было видео. Вот, ну, лайк плюс комментарий. Вот, такие дела. Это очень важное видео будет, потому что вот это, наверное, последнее видео, которое будет загружено на канал за ближайший месяц, может быть, полтора, потому что больше я... Ну, наверное, до Нового года не планирую выпуск видео. И нужно как бы закрыть, можно сказать, закрыть канал на несколько месяцев этим видео. Вот, чтобы все, кто новый посетитель заходил, видели, что у последнего видео большие рейтинги, большие просмотры. Вот. И как бы, чтобы не растерять популярность, можно так сказать. Это очень важно играет роль в канале, потому что если... Ну, последнее видео видно, что заходишь на канал, и последнее видео такие слабенькие вот у нас. Про дровокол, про... что там еще? Про двигатель D65. Слабенький, человек видит, что просмотров мало, ему неинтересно становится он. Ну, от этого канала как бы уходит. Вот, и нам нужно сделать так, чтобы люди, наоборот, приходили на канал. Ну что ж, спасибо, надеюсь, вы меня поддержите лайками, репостами в группах ВКонтакте. Вот. Ну, даже если там какая-то небольшая группа, 200-500 человек, то репостайте, я буду вам благодарен, чтобы вы сделали такую некую рекламку. Вот. Все, на этом спасибо. Видео скоро выйдет. Ждите, удачи, до новых встреч.